Монета 10 рублей 2015 года. Российская Федерация. Санкт-Петербургский монетный двор. Серия «Города воинской славы». Можайск. На аверсе монеты указан ее номинал. Крупное число 10 с горизонтальным рифлением. Внутри цифры 0 имеется также мелкое горизонтальное рифление, на фоне которого при изменении угла монеты просматривается число 10 и надпись «РУБ». Ниже указано название денежной единицы, одной горизонтальной строкой надпись «Рублей». Слева полукругом расположена лавровая ветвь. Справа также полукругом расположена дубовая ветвь. Под первым снизу справа леском дубовой ветви отчеканена мелкая литера СПМД. Знак Санкт-Петербургского монетного двора. Вот в этом месте. Вот. В верхней части поля монеты полукругом надпись «Банк России». По окружности виден четко выраженный кант. На реверсе, развернутом к аверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты отчеканен герб уездного города Можайска, утвержденный 16 марта 1883 года по старому стилю. В серебряном щите черленая зубчатая каменная стена с шестью круглыми таковыми же башнями, с серебряными швами и открытыми воротами. В вольной части герб московский. Щиты украшены серебряной башенной короною о трех зубцах и окружен двумя золотыми колосьями, соединенные Александровской лентой. Внизу полукругом надпись «Можайск». В верхней части поля монеты полукругом расположена лента или картуш с надписью «Города воинской славы». По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты прерывисто-рубчатый, состоящий из шести участков по пять рифов и шести участков по семь рифов, чередующийся с 12 гладкими участками. Монета отчеканена из стали с латунным гальванопокрытием. Вес 5,63 грамма. Диаметр 22 мм. Толщина 2,2 мм. Чеканили монету на Санкт-Петербургском монетном дворе тиражом 10 миллионов штук. Средняя цена монеты зависит от состояния. От 10 до 30 рублей.